Приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня предлагаю приготовить салат буквально за 5 минут. Выложили на блюдо и подаем. При этом он получается необычным, очень вкусным, по-праздничному ярким и нарядным. Он вас точно удивит, особенно заправка. Список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Итак, на блюдо кладу кусочки листьев салата, у меня айсберг, но подойдет любой, даже салатный микс. Кладу огурец, резанный крупными кубиками. Красный болгарский перец, также резанный достаточно крупно. Сверху кусочки рыбы, у меня в данном случае горбуша, которую я солила самым простым способом при помощи соли и сахара. Можно использовать любую соленую или копченую красную рыбу, а также скумбрию или зубатку. Посыпаю небольшим количеством резаного зеленого лука и при помощи 2 чайных ложек выкладываю кусочками обычный творожный сыр. Можно заменить крем-чизом. Эти сыры придают особую нежность салату. Также подойдет брынза или фета, которые следует просто раскрошить кусочками. Но, разумеется, салат будет обладать уже немного другим вкусом. Для заправки в сковороду налила немного растительного масла и кладу кусочек сливочного, буквально граммов 10. Когда масло растает, добавляю парочку чищенных мандаринов. По вкусу вы можете взять и побольше. Конечно же, они должны быть без косточек. Кстати сказать, у меня клементины. Немного прогрею, волью соевый соус. Сюда же выжму сок лимона, быстренько размешаю. Не нужно допустить, чтобы мандарины стали очень мягкими и потеряли форму. Поэтому не надо держать их долго на огне. Заправка готова. Дам совсем немного остыть и разложу дольки мандаринов сверху салата. При желании вы можете добавить соль в заправку, но я этого не делаю, так как считаю, что ее вполне достаточно в соевом соусе и в рыбе. Поливаю салат оставшимся маслом и украшаю веточками петрушки. Можно также воспользоваться укропом. Чудесный салат готов, можно подавать. Вы не представляете, насколько это вкусно. Очень гармоничный, мягкий и интересный вкус. А также настоящее украшение стола. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк. И впечатлениями поделитесь в комментариях. Смотрите на канале также и другие рецепты к новогоднему столу и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.